Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале «Потяжка мама». Сегодня делаем объемную аппликацию «Разноцветное сердечко». Для этого нам понадобятся шаблоны, которые вы можете найти на сайте «Мой Знайка» по ссылке в комментариях. Их нужно предварительно распечатать и вырезать. И у нас получилось очень много разноцветных сердечек. Теперь нам необходимо их все сложить пополам, лицевой стороной внутрь. И склеиваем их между собой. Вот такое разноцветное объемное сердечко у нас получается. Для аккуратности все лишнее по краям можно обрезать. Теперь приклеиваем наше сердечко на фоновый лист. И добавляем надпись для поздравительной открытки. И наша объемная аппликация с поздравлением готова. Получилось очень ярко, радужно и красиво. А если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!